Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Mediatek KT107 можно очистить историю поиска. Показывать это буду на базовом браузере установленном. Давайте разрешим. После чего что-нибудь давайте сами загуглим, неважно что, нажимаем поиск. На удивление даже что-то нашло. Ладно, это нас не особо интересует на самом деле. Давайте вот что сделаем. Нажимаем настройки. После чего нажмем личные данные и нажимаем очистить историю. И нажимаем очистить историю. Также, если хотите, можете очистить кэш. И на этом все. Вот так вот просто очищается история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!